Ох, ничего себе! Вот эта плюха прилетела! Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и добро пожаловать в мультивселенную Скибиди Туалет с Клокменами, вот эту вот популярную от Дом Студиос. Мы в прошлой серии остановились вот на этом эпизоде, когда Джимен сражается с Титаном Клокменом, но тут вышло еще куча новых. Сейчас мы этот посмотрим, просто чтобы картину восстановить, да, и дальше продолжим. Ставьте лайк, подписывайтесь, жмите колокольчик. Давай загони ему там как следует этот шарик, ой. Ученый сейчас на защиту придет, наверное, да? Я, кстати, не помню, что тут будет, на самом деле. У меня уже все эти эпизоды, они смешиваются в голове между собой, понимаете? Все эти вселенные, ну, Титан Клокмен просто задоминировал. Он просто показал, кто тут папочка, это понятно. Не-не-не, вот это не надо, да мы сейчас разберемся как следует, да? На, по морде, все. Ух ты, ух ты, ух ты. Всех замедлил, вот красава. А слушайте, тут качество анимации вообще не уступает дофукбумовскому, абсолютно. Скибиди магнит. Да, я понял, дедушка, уйдите, пожалуйста. Вы не настолько привлекательны, чтобы так близко продвигаться, окей? Поехали дальше, следующий эпизод. Смываем скибидиста. Бабах. Ой-ой-ой. Здорово, пацаны. Так спокойно идут. Такая прогулочная походка. Ну-ка, давай. Оу! Что такое, друг? Что случилось? А, это скибидист магнит. Он тут наподгадил-то, да, немного? Хорошо. Так, давай-ка берем его и выбрасываем его к чертовой бабушке. И то верно, все. Так, наш паренек освободился от наваждения. И, опа. Ой, красавцы-то какие, господи. Точнее, красавец один, но... Красавцы его магниты, смотрите, как их много, боже, посмотрите, здесь магнит, здесь, здесь. Вот это титанский бедист, магнитмен, понимаете, он просто расфигачит по полной программе расфигачит всех клокменов, наверное, да? Серьезная опасность. Идет титан клокмен, так, вот это будет битва, о которой будут слагаться легенды, да, но она, наверное, вот-вот начнется или закончится, не знаю. Оба, осторожно, сзади, сзади, чувак, или они на твоей стороне теперь? Бузон суровый. Ох, это подготовка к чему-то эпичному. Ну, погнали. Так, слушайте, офигенное качество. Просто топ. Так, следующий эпизод. Ой, боже мой. Чел прилег отдохнуть, понимаете? Не допилил. Не допилил его. Пильщика жена запилила до смерти, наверное, да? То он пилил, пилил, потом его запилили. Я не знаю, что произошло. Было бы интересно посмотреть. Так, ТСМ возвращается на главную площадь. Субъект ранен, но способен сражаться. Он в безопасности теперь. Так. О, летит. Титан камерамен, что ли? По виду как похож, как будто, да? Кто там летит? Ну-ка, показывайся. Или титан камерамен, как будто летит. Офигеть, это он! Это он, ребята! Он сражается с Титаном Клокменом. А чё ты? Чё ты с ним сражаешься, родной? Ты же должен быть... Там паразит есть? А, смотрите, время-время отмотал что-то. Вытащил у него будильник из-за спины или что? Ох, ничего себе! Вот эта плюха прилетела! Жесть, вот это пацаны мутят. Слушайте, я, может, страшную вещь скажу. Но, по-моему, здесь даже прикольнее, чем в оригинале, вам не кажется? Вот эти битвы, эти эффекты, эти клокмены, все это, сюда какие-то вообще сумасшедшие бюджеты, чё? Это я не понимаю, это Стивен Спилберг, что ли, это поставил? Посмотрите, что происходит. Офигеть, операция в полевых условиях, понимаете? Несовместимая с жизнью. Ты что творишь? Он вытащил у него этот соединительный провод. А, смотрите, там паразит скибидистский. Видите, видите, видите? Он прям присосался к его мозгу. Вот поэтому титан-камерамен такой злобный. Бедный Йорик скибидист, да? Стоим мы и держим черепушку паразита. И что дальше? Опа, опа, опа. Ты его... Ты чисто перемотал время, он снова живой. Но без паразита, правильно? Ой, кажется, это не сильно помогло. Он и без паразита был тоющей сволочью, да? Я так понимаю, да? На этот намек. Просто взорвал. Так, у нас магниты тут. Или это магниты его взорвали, я не понимаю. А, не, он живой, 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 смотри. Просто бахнул. Так, его держат. Его держат, его стараются удержать. Но его сила слишком велика. Ну, титан-камерамен, ты говнюк, слушай. А чё ты, я не понимаю, чё... Кошмар, он сейчас к нему прицепится, да? Походу, паразит сейчас будет в Клокмене сидеть. Ребята, это жесть. Этого нельзя допустить, я думаю.
Да, в этой вселенной скибидисты доминируют конкретно. Ай! Некультурно как. На этом видос из канала Дом Анимейшн закончились. Я нашел канал IP Animation, и тут вот видите, Клокмен тоже стоит. Давайте посмотрим, что оно из себя представляет, вот это творение. Сегодня у нас серия, посвященная Уоу, Клокменам. Здорово! Титан Спикермен, торчащий в унитазе. Как-то у тебя карьера-то не задалась. Что-то тебя в туалет смыли, да? О! Папочка, привет! Привет, сынок! Ну ты позор моей семьи, конечно! А ну иди сюда! Нет, папа, не надо! Ладно! Я тебя породил, я тебя убью! Конец! Да. Хорош! А где Клокмен? Когда Клокмен придет? Мы сегодня Клокменов рассматриваем. Красавчик, да. Клокмен где? Куда его засунули? Ну-ка, сейчас придет? О, нет, Джимен вылетел. А у Джимена тоже будет копия, которая титановская, камераменовская, или как? Тут каждый... своего унитазного брата имеет, и не унитазного, мне просто интересно. Так, он там что-то говорит. Кстати говоря, эта фраза уже была. Она была в оригинальных дофагбуковской вселенной, только я не помню, как она там, наоборот, прослушивается. Ой! Нормально так вырубил. Прям как в фильме «Папаши» с Жераром Депардье, да? Ой! Все. Остановили парня. Остановили. Расслабили немножко. И отдыхай, родной. Хорошо, это замечательно. Так что, где Клокмен-то? Серия уже почти 1,5 минуты идет. Это что такое? Это что-то новенькое. Это Скибиди Мина. Скибиди минировщик. 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 Минеральщик. Я не знаю, как его правильно. Оба, оба. Скибиди стиралка бежит. Там Скибиди Assassin's Creed. Скибиди военный, конечно же, куда без него. Боже, ну безумные глаза у него, а, вы просто посмотрите. Он ведь, этот чувак видел какую-то... Вот он, пришел спаситель, давай. Давай, Клокмен, показывай. Показывай класс. Ты что, не только временем, но и пространством управляешь? Что это за телекинез был? Ну-ка, опа. Остановка, и назад сейчас так. Назад сейчас так эти ракеты, да? Все, пацаны, пацаны останавливаются. Все останавливаются, все замерли, все замерло. И пусть весь мир подождет. Так. А, ну, ха, ну да, в принципе, чё бы и нет. Слушайте, а классно такого союзника. Видите его глаза, он как будто все понимает. Он как будто, вот время-то застыло, а он в своем сознании не застыл. Он как бы смотрит и такой, понимаете, такой, ой, блин, ой, ой, ёлки-моталки, как ж так вышло-то, да? Ну ладненько, что поделать. И все. И красота, понимаете? И разложили на молекулы. Вообще идеально. Клокмен красавчик. Первый, второй, всех. Всех, что называется, успокоил. Всем продемонстрировал уроки вежливости. Молодец. Еще и присасывает через это, через телекинез, да? Красавчик очень. Воу! Они только хотели пожать друг другу руки. А там огромная мина! Чувак, надо срочно замедлять время. Куда бежим? Замедляй время, время. Взрыв останови! Останови взрыв, ты... Клокмен, ты шо? Клокмен, шо с тобой? Ты шо, дурак? А не, он же, смотри, живой. Нормально с ним все. Ну, красавчик. Клокмен выпутается из любой ситуации. Еще и поцелуется с нами после этого. Кликайте теперь сюда. Вот вам тоже видосик. Ссылка на предыдущие Дом Анимейшновские видео покажу, чтобы вы могли вспомнить, как оно было. Тоже там Клокмен и все дела. На этом мы завершаем. По-моему, было классно. Мне нравится работа Дом Анимейшн. Ничуть не меньше, чем дофагбумовская. Надеюсь, вам тоже. Всем счастливо, удачи, пока. Увидимся вот тут.